небом моря. На Зайцком острове, вот как раз причал, куда причаливают корабли. А Зайцкий, ну, одно из названий, то, что здесь как бы бегали зайцы, да, Зайцкий. И вот эта часовня Андрея Первозванного, интерьер сохранился, а все остальное, как говорится, было реставрировано. То есть вот она была освящена в честь апостола Андрея, Андрея Первозванного. А вот это окно, оно как раз ледяное. Вот такое ледяное. Значит, в лагерное время здесь находился штрафной женский изолятор. И они выпекали здесь хлеб. Ну, собственно, информации не так много. Шесть островов было более 3300. Вот это сигнальная гора, груды камней. Короче, мы направляемся к лабиринту. Так, в общем-то, лабиринт 25 метров, самый большой на Белом море. Так, вот это курганы, все это рукотворные. От греческого слова лабрис. Это выкладки древних людей. Третье-первое тысячелетие до нашей эры. И вот я уже рассказала три версии. Еще раз повторить. Да. Виноградов показывала фотографию. Показать еще все видели, нет? Да. Вот. Да. Он... Расскажу христианский взгляд на лабиринт. Это, вот лабиринт. И это икона 18 века. Она находится в Новом Иерусалиме в музее.